мы вернем родной мир. И с ним наше наследие. Приветствую, друзья, мы возвращаемся в StarCraft 2 Legacy of the Void. Нам доступно задание, но сначала мы поговорим и изучим все, что нужно. Ты, как не один тамплиер, всегда верил, что наши народы смогут жить вместе. Это восхищало меня в тебе. Удивительно слышать это от тебя. Мне казалось, ты как раз была против этого. Да. У нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Ты хотела их сохранить? Я не Разим, темный тамплиер. Я испытываю гордость за свой народ. Но ты также и Протос. Эта связь намного важнее. Конклав считал иначе во времена нашего изгнания. У вас был Айур, а у нас только наши обычаи. Какая она дерзкая. Солнечное ядро. Что же здесь нас ждет? Апгрейд. Солнечное ядро. Впечатляющее зрелище. Рукотворная звезда. Что же ушло на ее создание? Ядро снабжает энергией копье Адуна и все его системы, а его свет питает наших воинов. Сколько займет активация его тактических систем? Анализ систем уже идет, но звезда дремала много веков. Для ее восстановления нужно время и мощный катализатор реакции, вроде Соларита. Соларит? Перворожденные не используют его уже тысячи лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его в ход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Сделай все, что в твоих силах. Мы достанем необходимое. Отлично. Ты можешь приступить к настройке солнечного ядра в любой момент. Почему-то оборвалось. Итак, давайте-ка понастраиваем ядрышко-то. Иерарх, выбери солнечное ядро, чтобы увидеть доступные возможности. Сначала я с тобой поговорю. Ты выглядишь по-новому, фазовый кузнец. Ах, видимо, ты о моих механических руках. Я сконструировал их, чтобы эффективнее работать с солнечным ядром. Хочу миссию за него. Они мне очень пригодились. Здесь можно увидеть, какие системы вооружения и поддержки используются на копье Адуна. Круто. В рамках каждой системы единовременно можно использовать только одну активную способность. Ты можешь менять способности в зависимости от тактических и боевых задач, Иерарх. Тут отображается доступное в данный момент количество Соларита. Остатки Соларита можно пустить на поддержку вспомогательных систем. Создает 3 темпоральных поля на 20 секунд, замораживающие боевые единицы противника и устроение во времени. Ну, чё-то как-то. Ускорение времени. Увеличивает скорость вызова войск и исследования технологий в десятки... В 10 раз на 20 секунд... А вот это интересно, но это уже изучено. Вызов подкреплений. Быстро вызывает пилон, 2 бойцов ближнего боя, 2 бойцов дальнего боя в любой видимой точке карты. Ну, не знаю, не знаю. Так, солнечное копье. Поражает указанную область мощными лазерными лучами, выпускает 3 луча, каждый из которых наносит 200 единиц урона. А может подкопить Соларитику-то? Хотя, с другой стороны, у меня есть кнопочка сброс.
Так, либо я могу слить Саларит на ускорение времени строительства, вызова строения на поле боя. Но это не настолько, по-моему, критично. Вот ускорение времени можно взять. Угу. Я взял его, да? Вроде взял. Да, взял, все, назад. Окей. Да я знаю, что... А, подождите, так я реально, я могу нераспределенный саларит кинуть на то, чтобы у меня сразу был... были какие-то припасы. Окей. Так, архив мостика, военный совет. Давайте посмотрим, не появилось ли что новенького. О, новый диалог. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. С тех пор многое изменилось, Хранитель. Теперь темные тамплиеры — наши союзники. Некогда протосы были раздроблены. Во времена эпохи раздора мы безрассудно убивали друг друга. И тогда был найден один единственный способ остановить безумие и сплотить наш род — Кхалла. Темные отвергли свет Кхаллы. Отвернулись от собственной расы. Как ты можешь сражаться за них? Ты поклялась хранить нашу историю, Рахана. Почему же ты отказываешься замечать ее поворот? Я вижу, что задело тебя, Иерарх. Прости меня. Мне не просто принять новую эпоху. Очень консервативная, очень. Теперь ты можешь использовать войска, обладающие маскировкой. Ага. Так, темный тамплиер. Ну, это понятно. Вау, способность растений быстро поражает несколько целей. Либо... Айур будет отомщен. Телепортируется в темное святилище при получении смертельных повреждений. That's interesting. Но зачем? Как бы. Если бы он при этом хилялся, то вот это была бы бомба. Реально. Вот это была бы бомба. А так, я думаю, что все же темный тамплиер. Все же темный тамплиер. И насчет драгунов, чет как-то не уверен. Возможно, стоит взять сталкеров ради прыжочков. Ну, тоже не уверен. Так, дополнительный урон. Нет, все-таки наносит кому-кому. Бронированным единицам дополнительный урон наносит. Это интересно. Нет, драгуна возьму. Тут все-таки драгуна. На мостик и в миссию. Это решение далось мне нелегко. Но я лучше уничтожу Шакурс, чем увижу, как его заполняют зерги Амуна. Нам многое предстоит спланировать, Иерарх. Новая боевая единица. Кайдариновый монолит. Хочу. Ой, хочу кайдариновый монолит. Скажи мне, Варазун, как можно уничтожить Шакурос? В ядро хренануть. Ее можно перегрузить, вызвав выброс энергии в ядро планеты. Его силы хватит, чтобы уничтожить Шакурос. Амун не получит мой мир. Я думал над твоим решением. Твое мнение изменилось? Нет. Вы вновь напомнили мне о храбрости своего народа. Мы примем бой. Да, мы понесем потери, как и Амун. Мы выманим через врата как можно больше зергов и гибридов Амуна. Правильно. Чтобы захватить с собой. Как только их наберется достаточно, мы перегрузим матрицу и сбежим. И обескровим его. Для этого потребуется целая армия. Можем ли мы так рисковать? Можем. Оставь это мне. Я многому научился у темных тамплиеров.
Наши войска заняли позиции вокруг храма Зелнака. Артанис, как идут твои приготовления? Я пытаюсь перенастроить храм, но без кристаллов Урадж и Кхалис на это понадобится время. Нам понадобится не только время. Потоки энергии храма регулируются тремя монолитами Зенита. Только уничтожив их, мы сможем вызвать перегрузку храма. До тех пор мы должны защищать храм от зергов и их повелителей гибридов. Я постараюсь. Неразимые издавна использовали кайдариновые монолиты для защиты территории. Я вижу, твой фазовый кузнец уже изучил эту технологию. Да, матриарх. Эти монолиты обладают смертоносной мощью и могут поражать цели на большом расстоянии. Они хорошо послужат нам в обороне. Тогда начнем. Время пришло. Время пришло. Так. Сразу трех работничков. Так. Чтобы покинуть планету, мы смотрим. Должны уничтожить... Нужно захватить экспаншн как можно быстрее. Если будем медлить, зергов вокруг храма станет слишком много. Согласна. Если потребуется, мои темные тамплиеры смогут сюда. Прокрасться мимо врагов и уничтожить. Ребят, сюда. Тут тоже проход. Ё-моё, это неприятно. Миссия на время, фактически. Монолиты. Продержаться до прибытия 1 миллиарда зергов. А, ну вот они, миллиончики. Да, но это миссия на время. Это миссия на время. А где второй? Отлично. Так. Нужен экспаншн. Здесь нужна оборона. Так, вот здесь вот что-то уже какие-то брожения начались. Зерговские. Да. Зерги собираются напасть на нас с юго-запада. Пошел процесс. Готовьте клинки, воины. Вот это пушка, вот это сила. Так, экспаншн можно основать. Отлично, 400 стоит. И, короче, сразу же добывать идею, я не знаю. Так. Нельзя Нексус усилить, черт. Я что-то прям на измене. Ну, отлично. Тут они, конечно же, захлебнулись. Но сейчас, я думаю, начнется. Очень скоро начнется, по крайней мере, так. Это преобразуем. Нужны еще работнички. Ты, конечно же, таскай отсюда. 10 из 30 140 миллионов. Окей, я чувствую, что... О, еще отсюда будут нападать, наверное, по воздуху. Не факт, но возможно. Ладно. Ну, давайте, ребята. Пушка медленная, но моща просто неимоверная. Я могу быть полезен. Ой-ой-ой. Какова твоя воля? Скоро нападут. Мне, конечно, об этом сообщат отдельно, очевидно, но скоро еще нападут. Еще одна стая зергов движется на нас от Улья на северо-западе. Возможно, зря я такую ставку на экономику сейчас делаю. Возможно, зря. Так, мне нужны еще пилоны. Пилонищи. Во-первых, мне нужен пилон вот здесь. Во-вторых, мне потребуется пилон
Вот здесь. В-третьих, мне все же потребуется пилон вот здесь. Я не уверен, что он мне тут пригодится, но лучше перестраховаться. Также мне потребуются дополнительные пилоны, в общем-то, по всему периметру. Пилонов много не бывает, потому что... И возвращайся после этого. Так, здесь у нас кристаллы сейчас пойдут. Откуда, интересно, будет следующее нападение? Пока непонятненько. Так, тут уже можно кого-нибудь вызвать. Я, в общем-то, даже, наверное, вызову. Так, давай-ка сразу сюда, ребятки. Так, отлично. Ты уже все копать, да, пошел? Давай-ка тогда... О, вот это дорого! Здоровенную пушку. Я бы порекомендовал вызвать больше фотонных пушек. Ну, они помогут защитить наш Нексус от атак противника. Не, ну ладно, в принципе. Страх — это иллюзия. Фотоночки. Артанис, наши наблюдатели докладывают. На Шакурас прибыло огромное количество зергов. И ни одного гибрида. Амун испытывает наше терпение. Так, прочь. Ну что вы там? Вот встал, понимаешь, и пройти не дает. Так. Ладно, у меня еще вот здесь вот есть место. Ой, что-то я... Что-то плохое предчувствие у меня. Зерги приближаются к храму с юго-восточной стороны. Ну, как-то так. Здесь зафотонимся. Первое нападение всегда очень такое легкое. Очень легкое нападение. Здесь мне потребуются еще работники. Здесь мне потребуются еще работники. Пока экономика, пока все же экономика. Так, там еще нападут, но в принципе я думаю, что там справятся фотонки. Так, а вот тут... Тамплиеры, готовьтесь к битве. Тут не уверен. Зерги собираются напасть на храм с двух сторон. С двух сторон, бог, что ему, боже ты мой, что ж делать там? Ну, здесь сейчас мы хорошо оборонимся, а вот тут вот чуть похуже, поэтому я бы пошел сюда. Так. Так, давайте еще обфотонимся маленечко. Ну, как-то так вот. По-тупенькому. База атакована. Боже мой, какой ужас. Черт, уже не атаковано. Так, 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 работнички строятся. Все, вроде бы пока неплохо. Так, где мой работничок? Вот он. Твоя задача сейчас, парень, будет... Так, ну вот я чувствую, они все же с воздуха-то тут нападут. Поэтому я лучше заранее хренану здесь оборону. Так. Вот так, так, вот так, вот так. И генератор щитов. Угу.
Так, и дальше от тебя потребуются врата. Несколько штук. Раз, два, три. Трое врат, чтобы у меня было на 12 единиц юнитов. За раз, за один призыв. Так, объединим с вот этими. Это будет нулевой отряд. Интересно, кстати, а флот мне здесь положен? А флот мне здесь не положен. Но мне положено здесь тайное святилище. Чего? Что, в общем-то, тоже неплохо. Так, нападение. Это будет больно. Нет, не будет. Нет, будет. Нет, не будет. Нет, будет. Нет, не будет. Ага, понятно. Одна батарея щитов... Ну, две батареи щитов не могут один объект усиливать. Точнее, одному, на один объект воздействовать. Вот так вот. Не могут. Не способны. Немного неправильно у меня, конечно, оборона. То есть у меня как-то слишком на передовой вот эти вот. Должна быть, конечно, она скорее вот такой конфигурации. Под две батареи щитов. Но я думаю, что так тоже прокатит. Ну, посмотрим. Так. Преобразуем, преобразуем. И тебя преобразуем. Так, а может еще все-таки оборону как-то усилить? Даже не знаю. Ладно, ну, во-первых, сначала работники нужны. Дополнительные. Во-вторых, пилоны, кстати. Дополнительные пилоны. Так, у меня есть какой-то незанятый работник где-то. Вот он. Вот он, работничек незанятый. Ну, он меня сейчас будет запилонивать. Давай-ка запилонь. И сюда. Все, 5 пилонов, это плюс. Опа, я знал. Ай, нехорошо. Я уже встречался с такой тактикой. Они собираются высадить наземные войска. Быстрее! Уничтожьте надзирателей! Ай, нехорошо. Вы посмотрите на них. Вы только посмотрите на них. Ай, подлецы! Главное, чтобы они сейчас по флангам резко не зашли, потому что если резко зайдут по флангам, вот это будет неприятно. А так я их, конечно, выбью. То есть так-то я их выбью, но вот если зайдут по флангам, это будет стрёмно. Давайте посмотрим. Одного все, считайте, убили почти. Ну, я на флангах дополнительно добавлю фотоночек, и будет норм. Которые даже батареями щитов можно не прикрывать. Просто по паре фотонок. Вот так вот, тупо по паре фотонок. Раз, раз, все, и нормально. Все, этот фланг мы уже таким образом сдержим, я думаю. На Шагуросе находится почти полмиллиарда зергов. Блин, пора уже в бой переходить. Пусть походу наступают. Тамплиеры выстоят. Пора штамп центурионов делать. Начинать. Кибернетик корень, ничего нет. База здесь нормально. Ой-ой-ой, база атакована. Мне кажется, настало время. Так мы заменяем. На 10 раз. Здесь, пожалуйста, резко ускорить апгрейды. Так. Ты, парень, давай-ка вот тут вот усилим оборону. Обороноспособность. Фотоночками. Так, оп, оп. Отличные фотоночки будут. Это будут чудесные фотоночки. Здесь все вроде бы неплохо, здесь все. Ну, вроде бы тоже неплохо. Только на тот фланг бы перевел одного. О, даже вот так вот сделали. Smart move. Так. Эти сейчас тоже будут атаковать, но я не вижу проблем в этом. Правда, там их будут прикрывать муты. Я думал, только десанты будут. Будет мута еще. Ладно. Раз там будет мута, то мне нужны батареи щитов. С мутой нужны батареи щитов. Так. Ну-ка. Дерзкий план снова у них, я смотрю.
так батарею. И после этого сюда еще батарею мне воткни. Аще слабачье. Так, сюда. И пару врат еще. Все-таки пару врат. А, тут у нас не покрыто. Воины, будьте наготове. Сейчас начнется, да? С трех сторон одновременно. Где у нас самая слабая точка? Вот по идее, вот там вот самая слабая точка. Так, что там апгрейды идут? Давайте еще ускорим. Улучшение завершено. Щиты усилили, отлично. Они сейчас поглощают больше урона. Ну давай. Что вы можете? Вот что вы вообще можете? Ничего не можете. Все, тут уже трупы одни. Вот здесь вот, да. Вот здесь, да. Но тоже нет. То есть как бы да, но нет. Две батареи щитов. Надо было на самом деле на каждом фланге сделать по две батареи щитов и вообще не париться. Еще работников. Еще парочку. Газ плохо таскаем, потому что почти не добываем его. Это неправильно. Все, вот вы втроем, по идее, начнете сразу таскать. Вот. И тут, пожалуй, тоже надо добывать газ. Точно так же, как и здесь. Все. Сейчас эта штука появится, и по идее, вот эти втроем уже должны начать ее добывать. Сейчас узнаем, так ли это. Если троечка появится, то отлично. О, все, отлично, все, добывают, круто. Так, ну все вроде бы пока нормально. Другое дело то, что мне нужно как-то будет прорываться. Вот что проблематично. Нужно как-то прорываться, и они усиливают натиск. Они усиливают, черт побери, натиск. Мне пора активизироваться. Мне определенно проактивизироваться. Нападем первым делом, наверное, с этого фланга. Мне нужно не только делать здесь, но еще некоторое количество драгунчиков. Так, нулевой отрядик. Плюс этот, что такое? О боже мой. Вот это нехорошо, я чувствую. Великие боги, никогда еще я не видел столь чудовищных созданий. Сосредоточьте огонь пушек на гибридах. Мы должны защитить храм. Шесть драгунчиков. База атакована. Че это вдруг-то? Ну, то есть я понимаю, что... О, это призма! Это ж призма. Реально? Не, ну все, мы уже убили. Ирак. От монолитов зенита нас отделяют крупные силы. Теперь зелочки. Да какие нафиг темные тамплиеры? Просто идем и убиваемся. Сейчас еще, правда, вот один цикл восстановления и все. И идем убивать. Где ты? Мне нужно запилониться. Где-нибудь тут. 4. И еще один пятый. Вот так вот. И все. Вау. А вот это было неприятно. А вот брудлинги, или как они там, вот это было неприятно. Реально неприятно. Так, 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 так. Нехорошо, нехорошо, нехорошо получается. 10, ну можно, в принципе, конечно, и темных фигануть. Давайте дарковых. Десяточку дарковых. Ну чё бы не сделать десяточку дарковых. Я никогда не видела столько зерков.
Неужели моей матери когда-то пришлось столкнуться с такой угрозой? Так, ну если что, мы орбитальные. Нет, матриарх. То, с чем имеем дело мы, орбитальные под огнем. Нам потребуются все силы, чтобы выстоять. Под огнем орбитальным, если что. Я уже начинаю опасаться, честно говоря, за свою оборону. Реально. Чего-то опасаюсь. Особенно на этом фланге. Особенно на том фланге. Поэтому именно с него я и начну нападать. Чё за долбанный десант? Предположительно. Мне кого-то что-то. Вы чуть-чуть вы прилетели сюда. Фига себе, наглецы. Клинки у них врага нашли. Молодцы, чё. Так, и зелотики еще. Все. Мой путь закрыт в тени. Вот этими пойдем. Первый отряд это вы. База что такое? Не, ну ладно, вроде на самом деле не так страшно. Так, хорошо, атаку отбили, и сейчас идем убивать. Отбили атаку, идем. Не, ну тут на самом деле неэффективно уничтожать силы противника. Вот эти вот. Вот эти силы противника уничтожать неэффективно. Если их повредить, нестабильная внутренняя энергия монолитов может вырваться наружу. А, вот так вот, да. Слушаюсь. Вроде уже. Ой, как вырвалось. Так, походу, мне тут не дадут на апгрейды. На апгрейды мне тут не дадут. Так, атака пошла. А давайте нападем. С фланга. Вот на эту дрянь прям. Все, уходим. Уходим, ребята. Че тут, пока норм. О, раз, два, три, все, пошел. Так, вроде держимся пока. Тут вроде бы все норм, отлично. Все. О, что вот эти крики? Вот эти крики, они пугают. Храм должен целеть, миллиард зергов. Пока удовлетворяем. Ребята, вы все теперь со мной. Да, здесь, конечно, да. Узкое место, это плохо. Интересно. Не, давайте вот здесь соберемся. Да. Чё, сильно? Вообще не слабо. Вот это меня смущает. Вот эта штука меня смущает. А чё это? Окей, ладно, допустим. Близится решающий момент. Храм начинает перенаправлять энергию. Мы должны уничтожить монолиты зенита. Должны. Еще не поздно. Должны сейчас уничтожим. Иерарх, под храмом Зелнага я обнаружил хранилище Соларита. Я смогу Рили? Сделать его, если только нам удастся продержаться еще немного. А, так мы продержимся. Приступай, Каракс. Кош, приступай. Храм сколько сможем. База атакована. Это будут большие потери. Ребята, возвращаемся. База атакована. Все сюда, мужики. Продержаться до прибытия 1,5 миллиардов зергов. Брудлинги! Так, вроде держимся. О, батареи разрядились. Сюда, пацаны. Батареи разрядились. Ё-моё. Так. Ну-ка, парнишка.
Я предчувствую геморрой. И здесь еще атаковано. Но здесь-то мы, кстати, нормально вообще сдержим. Ну как нормально? Ну сдержим. А вот тут геморрой. Поэтому первый отряд на защиту рубежей. Так, отлично, отлично, отлично. Еще. Ну где еще там атакована? Ну там эта фигня висит, все убили, молодцы. Тут я построил еще одну батарею. Должны сдержать. Тут я строю еще две батареи и две вот этих пушки. База атакована. Так. В атаку. Ребята, в атаку. Что, глупцы, что ли? База атакована. Глупцы. Ой, глупцы. Так, ладно. База вообще, короче, повсюду атакована. Все очень жестко, неприятно. Ну ничего. Сейчас мы пробьемся. Мне вот что, единственное, что должен уцелеть, то есть я как бы сейчас должен 1,5 миллиона накопить, вот, вот в этом постоянном состоянии пипца. О, что творится вообще? Так, ладно, нужно просто поразмыслить. Все, что мне нужно на самом деле сейчас, это просто поразмыслить. Просто поразмыслить. Ага, они тут все загадили. Где? Где пилон-то атакован? Да вы чё, охренели, что ли? Ё-моё, выбили. Все выбили, все, что нажито непосильным трудом. Пушки построены. А, отлично. Ты... Ты, нет, 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 не сюда, не сюда, что ты делаешь? Щитовые батареи дополнительные. Так, щиты, 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 мне нужны здесь, мне нужны тут будут две фотонки. Так, ты, горе-работничек. А, выбили, отлично, вообще замечательно. Это нормально. Живем, 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 пока живем. Сейчас они выбьют, но пока живем. О, ух ты мой. Так, что тем временем происходит? Давайте на этот фланг перебросим. Вот сюда перебросим. Мне нужно 1,5 миллиарда чертовых зерков. Работничек. Нужны фотоночки. Они пушку выбили. Нифига себе. А вот это я что-то уже тут маленько стремаюсь. А вот теперь я что-то стремаюсь. Да ты что, совсем что ли охренел? Нет, ну серьезно, ребят. Ну, ну пушку еще не построенную атаковать. Ну вообще не по понятиям. Ладно, что там? Жесть какая-то. Так, мне нужен еще генератор щитов. Ну, тут вроде держим, да? Везде. Ага, нифига не держим. О, совсем охренели. Ладно. Ой, что ж я делаю-то? Вот, на всякий случай, вот так вот. Ой, как все плохо. Так, пора переходить в атаку, ребята. 1,5 миллиона почти накопилось. Ну, отряд, мне нужны темные тамплиеры повсюду. Мне повсюду нужны темные тамплиеры.
Просто повсюду. Хорошо, тут вроде бы неплохо должны сдерживать. Тут темные тамплиеры тоже что-то туда-сюда замутят. Пушка построилась. А, отлично. Вот этот фланг только сливается. Но мы сейчас на нем фиганем пару пушечек. Ага, тут, блин, не зацеплено пилонами. Сюда. Да-да, атакована, я знаю. Детекторы повсюду летают. Это так стрёмно. Так, еще вот этот отряд у меня такой идет. Давайте! Мы сможем, мужики! Давайте орбитальный удар. Фыдыч. База вообще повсюду атакована. Это будет длинная серия. Так, тут нужно пушечку, пожалуйста. О, темные тамплиеры тащат. Ну тут вот ливаю, конечно, неприятно ливаю. Ой, как много. Вот это что-то приятное было. Соларит успешно перенесен на борт копья Адуна. Давайте, ребята, теперь строем возвращаемся. Ой, а вот это жесть. Походу пора перегружать. Готов к перегрузке. Перегружаем. Нормально. Тамплиеры, приступайте к пространственному перемещению. Уходите оттуда. Быстро. Жестко. Серги пытаются пробраться в храм. Че, еще не все, что ли? Не теряй веры, матриарх. Души твоих павших воинов взывают к отмщению. Не, мы уже все. Ушли. Перегрузка. Червь Нидуса? Круто. Сейчас тамплиеры должны появиться. Одиночество. Говорят, что мы, лишенные сияния Халы, обречены на муки. Танец, давай. Мы ведем бой во имя многих. Короче, следующая миссия должна быть за Артаниса. Герой, что поколение за поколением принимают мантию темного тамплиера. И он, обратите внимание, он не обернулся на взрыв. Красавчик. Но Шакурас
уничтожен. Я думаю, что следующая миссия должна быть за Артаниса. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось. Но узнаем мы это, ребята, в следующей серии. На этом данная завершается. Она и так получилась более длинной, но я хотел уже просто завершить, чтобы как бы не резать прям совсем на куски. В начале следующей серии традиционно поговорим со всеми, все смотрим, все изучим и начнем следующую миссию. Всем спасибо, ребята. Пока.